Так, всем привет, с вами я, Дима Моисеев. То есть Ривер уже, буду себя Ривером называть потихоньку. Ну что ж, ребят, сегодня я еду в магазин за то, чтобы купить мороженое. Потому что я 5-6 ломтиков куплю, не знаю, мне нормально. Я сейчас все это не съем, еще моя семья будет есть. Но я думаю, что мне все достанется, реально. Вот такая, первая случайная погодка. Если увижу Венеру или Рекс, обязательно это сниму для своих уличных собак. Потому что вас я хочу с ними познакомить. Чуть машина там не врезался. Так. Вот такая вот немножко подолбанная, раздолбанная дорога. Но магазин в той стороне. Тебе нужно туда ехать. Пока что подписчиков нет, обидно. Но скоро невозможно у меня будет. Хотя бы один подписчик. На себя самого подписаться, к сожалению, нельзя. Уже было хорошо. Там вместо стопового забора попробовать. Нет, я спокойно поехал там. Он поставил. Все, выехал. Там для полных. Берусь, когда все.